Добрый день, уважаемые участники семинара. Сегодня я почитаю вам лекцию, семинар «Основы драматургии». Меня зовут Анастасия Саркисян, я сценарист. Мы начнем с самого глобального, на чем строится любая история, особенно история драматургическая. Добрый день, уважаемые участники семинара. Сегодня всегда, когда мы рассказываем историю, мы хотим рассказать о чем-то. И выбирая художественную форму, мы знаем, что эту идею нужно пронести через наш рассказ на всех уровнях. У нас не просто разговор на скамейке, а структурированное произведение, которое скроется по определенным жанрам. И идея — это первая из них. Например, мы смотрим анимационную историю о приключениях девочки, выросшей с волками. Я говорю о мультфильме Миядзаки «Принцесса Мононоке». Но на самом деле в эту историю упакована идея экологической безопасности и трагедии окружающей среды. Она упакована туда так, что это не первое, что мы там видим, но тем не менее она присутствует и влияет на всю историю, на всех ее уровнях. Что важно помнить при работе с идеей? Идея должна обязательно волновать вас, потому что если автор его идеи не волнует, то он не сможет через себя пропустить хорошо ту работу, которую он делает. И второе, идея должна волновать других людей. То есть если это идея, которая очень локально относится к самому автору, и, скорее всего, других людей она не зацепит, то у произведения очень мало успеха, очень мало потенциального успеха. И у идеи, опять же, должен быть некоторый масштаб. Хорошо бы, чтобы она была о чем-то действительно важном. Собственно, задача в работе с идеей — найти ту историю, которая лучше всего воплотит эту идею и будет максимально актуальной. Например, английская дама-филолог хотела написать историю о конфликте добра и зла. Очень суперактуальная всегда идея, вечная. И она нашла идеальную форму. Сказка, помещенная в среду современности, где есть магия. Результат — огромная франшиза «Гарри Поттер» и великий успех Джоан Роулинг. Здесь я озвучу вопрос, несколько вопросов, которые я буду озвучивать в конце каждого блока, для того, чтобы вы подумали, как самим работать с какими-то вашими замыслами на каждом этапе. Собственно, вопрос этого блока — это какая идея вас волнует, с какой вы хотите поработать, и подумать, почему она волнует других, и какова потенциально ваша следующая аудитория. Следующее, о чем после идеи обычно стоит думать при работе с драматургическим произведением, это сюжет и фабула. Это два довольно близких понятия, но при этом у них есть некоторые отличия. Фабулы обычно в драматургии обозначают цепочку событий, а сюжет — это связанность этих событий вместе с их смыслом. Есть классический литературный пример, который всегда приводят здесь. Например, «Король умер, королева умерла». Это фабула. Просто что случилось? А если мы расскажем историю так? После смерти короля королева так тосковала, что умерла от горя по своему мужу, потому что их любовь не вынесла разлуки, то это уже сюжет. Сюжет всегда с некоторым смыслом, с некоторым объяснением и с самой очень важной в драматургии вещью — причинно-следственными связями. Часто бывает вопрос, от чего лучше отталкиваться при работе — от некоторых фабульных событий или от содержащегося в них смысла. Тут бывает у всех очень по-разному, у всех по-разному работает их ум и вдохновение, но очень важно помнить, что одно не живет без другого. Если у вас будет просто фабула без сюжета, то это серия событий, из которых не будет никакого вывода и никакой, на самом деле, истории не состоится. А если мы будем пытаться показать сюжет без фабулы, то это будут такие голословные рассуждения, где нет никакого действия, и это просто неинтересно. Кино из этого не сделаешь, или, например, театральные пьесы или комиксы. Ну, в общем, ничего в основе чего лежит именно драматургическое произведение. Разумеется, все сюжеты не новы. Все было когда-то, истории, которые происходят между людьми, всегда можно каким-то образом, скажем так, типировать.
Есть довольно много разных систем, которые типируют сюжеты. Это очень хорошо помогает драматургу и сценаристу, потому что он, как минимум, может со своим замыслом обратиться к некоторым источникам и посмотреть, что уже было на эту тему, как данный сюжет может развиваться в разных обстоятельствах, в разных временах и так далее. Систем таких довольно много. Одна из самых сейчас актуальных и популярных — это четыре типа сюжета по Хорхе Луи Борхесу, латиноамериканскому известному писателю. Это считается одной из самых лаконичных систем, потому что Борхес говорил, что все сюжеты, по сути, делятся всего на четыре. Я их перечислю. Это у всех этих сюжетов Борхес просматривал некоторый мифологический первоисточник. Первый сюжет — это осада города. Его мифологический первоисточник — это осада Трои. Разумеется, при этом этот сюжет не означает очень узкого... Это осада города не в узком понимании. Это не просто осажденный город и какая-то война. Ну, к примеру, молодой человек, пытающийся добиться любви девушки, это тоже сюжет осады города. Дальше. Следующий сюжет — возвращение домой. И в основе его мифологически лежит Одиссея. Это сюжет, который характерен тем, что он закольцован, и смысл его в том, что герой покидает дом, потом совершает некоторое путешествие, ряд приключений, и возвращается снова домой, но уже измененный, с новым опытом. Третий сюжет. Это тоже сюжет путешествия, это сюжет поиска. В его основе мифологически лежит миф о Золотом Руне. Это тоже некоторая дорога, но она не закольцована. Смысл ее в том, что герой не возвращается домой, а достигает некоторой цели, получает некоторый приз, ну, или, кстати, не получает. Очень сильно в зависимости от того, как развивается сюжет в конкретном случае. И четвертый сюжет по Борхесу — это сюжет самоубийства бога. То есть на самом деле это сюжет некоторого самопожертвования. Мифологически это, например, миф о Бодине. Чтобы не быть голословной, я скажу, что, например, мы можем взять и найти следы всех этих сюжетов в той же самой эпопее про Гарри Поттера, к которой я сегодня буду несколько раз обращаться. Ну, например, первый сюжет — «Осада города». Пятая книга про Орден Феникса, где Гарри Поттер стоит во главе отряда Дамблдора, и внутри школы наши герои прячутся от тех, кто их преследует, а их преследователи пытаются их догнать, достать и покарать. Вот. Второй сюжет — «Возвращение домой». Так построена и книга, и фильм, например, самая первая о Гарри Поттере, то есть о философском камне. Гарри Поттер уходит из магловского дома Дурслей в школу Хогвартс. В финале он возвращается туда же, но он уже не совсем такой человек, каким он выходил, каким он начинал свое путешествие. Поиск «Золотое руно». Ну, например, очень просто, не нужно далеко ходить. Это поиск хоркруксов или крестражей в предпоследней и последней книге. Это тоже такая гонка за некоторым призом постоянная. Четвертый сюжет — самоубийство бога. Мы можем очень хорошо увидеть почти в буквальном смысле в последней книге, где Гарри Поттеру для того, чтобы победить зло, победить Волдеморта, нужно пойти и позволить ему убить себя. Вот если обращать внимание на вот эти вот сюжеты в разных произведениях, то можно их узки вычленять очень много где. Также можно использовать их для, собственно, создания собственных историй. Также есть, например, еще 36 сюжетных ситуаций по Карло Готци. Это можно легко найти в интернете. Они гораздо более дробные, мелкие, и они очень интересно могут помочь для работы со сценариями. Это хорошее подспорье, особенно когда иссякает в какой-то момент воображение. Переходим к следующему, одному из основных составляющих драматургии, то, на чем драматургическое произведение в принципе держится, и оно в нем сверхобязательно, в отличие от литературного. Это конфликт.
То есть, например, в каком-то литературном эссе или в стихотворении конфликта может не быть, это совершенно не обязательно. Но в любом драматургическом произведении конфликт обязательно должен быть, это делает драматургию самой собой. Конфликт — это, по сути, противостояние. В драме, важно понимать, конфликт всегда заострен и сгущен по сравнению с реальностью. То, что происходит в драме, всегда гораздо ярче и имеет даже некоторое неправдоподобие по отношению к жизни. Но таков закон. Это создает интерес, это создает именно чувство острого сопереживания у читателя или зрителя. Конфликт существует двух типов. Внутренний, между чем и чем в душе героя, и внешний, между кем и кем. Внешний проявляется проще, его легче писать, он там бывает довольно очевиден, но при этом нужно понимать, что когда вы используете внутренний конфликт, а чтобы создать глубокое произведение, внутренний конфликт, конечно, должен быть, внутренний конфликт тоже нужно проявлять через действие. Например, опять обращаемся к примеру эпопеи Роулинг. Гарри Поттер и Волдеморт — внешний конфликт. Внутренний конфликт Гарри Поттера — это то, что меняется в нем в процессе прохождения конфликта внешнего. И, например, в результате своего внутреннего конфликта в последней книге он спасает и не дает прогибнуть своему, казалось бы, врагу Драко Малфою. Человек изменился, и показано это через действие, не просто через некоторые внутренние рассуждения, внутренний монолог в голове героя, а через конкретное событие. Способом построения конфликта является драматическая ситуация. Драматическая ситуация обозначается как некоторым образом, скажем так, безвыходное положение. При этом уровень безвыходности этого положения может быть очень разным. Может быть, герой, как герой «Титаника», на тонущем корабле в наручниках прикован к батарее, и он сейчас умрет, очень безвыходное положение. А может быть, ну, например, герой какой-нибудь комедии, который не может встать и пойти на работу без чашки кофе, но весь кофе кончился. Это тоже безвыходное положение, просто совершенно другого уровня. Эти безвыходные положения находятся на каждом уровне драмы. Драматическая ситуация всегда должна вызывать некоторый интерес. Интересно, что будет герой делать, как Джек в «Титанике» освободится от наручников, удастся ли ему это, как герой раздобудет себе кофе. Там классический пример из русской классики. В город приехал ревизор. Что чиновники будут делать для того, чтобы справиться с этой ситуацией? Драматическая ситуация характерна еще тем, что она всегда оказывает на героя давление. То есть, грубо говоря, когда вы работаете с драмой, стоит все время спрашивать своего героя, ну и что ты будешь делать? Когда в процессе происходящего к нему возникает этот вопрос, значит, все идет правильно. Например, Ромео и Джульетта. Сначала все довольно просто. Ромео просто пришел на бал. Опа, он влюбился. Что ты будешь делать? Оп, влюбился в дочь своего врага. Ромео, что ты будешь делать? Вот этот вот вопрос, что ты будешь делать, все время может помогать создать именно драматическую ситуацию, потому что когда его нет, то нет драматической ситуации, и, соответственно, нет конфликта. Из драматических ситуаций состоит перипетия, чуть более глобальное понятие. Перипетия состоит из нескольких драматических ситуаций, и это, скажем так, движение от счастья к несчастью или от несчастья к счастью. Герой всегда находится в ситуации, когда у него все либо хорошо, либо плохо, либо он в процессе перепада между хорошо и плохо. Это также вызывает сразу сочувствие. Опять же, тут еще раз повторюсь, что эти хорошо и плохо всегда в драме заострены. С точки зрения зрителя, перипетии всегда должна быть некоторая неожиданность. Обращаемся к уже известному примеру. «Титаник». Бедного художника Джека приглашают на ужин в высшее общество. Его враг хочет его этим опозорить. Мы ожидаем, что бедный нищий художник действительно опозорится. Но нет, он получает помощь, и у него все хорошо. Гарри Поттер в первой книге идет к философскому камню через полосу препятствий. Казалось бы, он получает желаемое, он проходит этап волшебных шахмат.
но при этом он жертвует своим другом, точнее, его друг жертвует собой. Казалось бы, все удалось, но при этом есть некоторое горе, есть некоторое несчастье. Вот эти вот ситуации внутреннего состояния героя все время должны быть некоторым образом заострены. И в этом смысле, условно говоря, некоторые внутренние линии героя вашего сценария, она всегда выглядит не одной линией, а она всегда выглядит как кардиограмма, это постоянные взлеты и падения. Как конфликт, перипетия может быть внешняя и внутренняя. Внешняя построена на событиях, а внутренняя на том, как изменился герой на пути к этому событию. Опять же, драматургия очень такая вещь мозаичная, она существует, все ее законы работают как на уровне глобального произведения, так и на уровне всех его частей. В данном случае я имею в виду, что перипетия должна существовать как на уровне всего фильма, там, всего сценария, всего произведения, так и на уровне каждого эпизода и сцены. Это всегда вопрос их масштаба. Маленькая перипетия. Гарри Поттер и его друзья хотят узнать у Хагрида о философском камне и смогли узнать у него эту информацию и приходят к некоторому удовлетворению. Большая перипетия на уровне всего фильма. Волдеморт хочет камень себе, но Гарри Поттер стоит на его пути, ему удается спасти философский камень. На уровне этого блока мне хотелось бы сформулировать следующий вопрос, который выглядит примерно так. После этого стоит подумать, вспомнить, какую мы сформулировали идею, и подумать, какой именно конфликт лучше всего отразит мою идею. Между кем и кем это должен быть конфликт? Или между чем и чем этот конфликт должен быть? И почему именно он? Собственно, поскольку драматургия имеет дело с героями, то переходим дальше к разговору о персонажах. Драматургия не существует без персонажей. Сначала стоит определиться, прежде чем определяться с второстепенными героями, сначала драматург определяется с главным героем. Здесь, опять же, важно все время проверять себя, работает ли ваша схема на проверку идей. Какой именно герой лучше всего донесет вашу идею? Чем именно этот герой двигает сюжет? И здесь начинает формироваться герой именно исходя из этих вопросов. Например, для Роулинг какой герой лучше всего отразит ее идею борьбы добра со злом? В рамках вопросов к этой идее и уточнения ее появляется понимание, что это должен быть, что это ребенок, это избранный герой, он относится и к миру магов, и к миру маглов, он обладает стойким характером, он несет некоторые этические ценности, у него обостренная совесть и чувство справедливости. Таким образом, задавая некоторые вопросы к своей идее и сюжету, вы можете формировать героя. Дальше. Знать и рассказывать о герое очень важно и нужно только то, что значимо для сюжета. Здесь очень не нужно растекаться и писать все о прошлом героя, говорить зрителям, читателям то, что им не нужно знать для конфликта. То есть, например, если вы рассказываете зрителю о том, что у вашего героя была собака, то это значит, что это чем-то значимо, и его любовь к его собаке повлияет на ту историю, которую мы рассказываем. Дальше. Очень важно определиться, чего герой хочет и как именно он этого хочет. Вопросы «что» и «как» все время тоже возникают на почти всех этапах. Гарри Поттер хочет победить Волдеморта. А как он этого хочет? Он хочет этого честно и благородно. Это, грубо говоря, цель героя, это хребет его характера и фактически хребет конфликта, потому что герой может от своей цели отклоняться, сомневаться в ней, изменять свой подход, изменять какой-то способ, но при этом от цели он не отклоняется, иначе это значит, что вы уже пишете другую историю.
чем ту, которую задумывали. Вот. Характер и, собственно, его стремление к цели раскрывается непосредственно в перипетиях. Каждая перипетия должна работать так, чтобы она обостряла характер. Гарри Поттер, турнир трех волшебников. Гарри, нырнув в озеро на очередном этапе турнира, спас своего пленника, но при этом там пленником еще и его друг Гермиона. Что Гарри выберет, спасти Гермиону или победить в турнире? Гарри Поттер у нас хороший положительный герой с острым чувством этики и совести. Он выбирает спасение своего друга. Так перипетия работает. И на некоторый зрительский интерес, нам интересно, что будет происходить, так и работает на раскрытие характера героя. Дальше. Важно то, что при этом характер героя, неся в себе неколебимое некоторое зерно, некоторым образом изменяется. То есть, достигая или не достигая цели, герой что-то меняет в себе, и к финалу герой никогда не может прийти таким же, каким был в начале. Это, собственно, некоторый смысл драматургии, потому что мы всегда пишем, рассказываем, снимаем некоторую историю об изменениях. Если ничего в человеке не изменилось, то это уже не драма, это, ну, просто может быть какое-то описание чего-то. «Титаник». Героиня Роза вначале боится пойти против своей семьи, приняла навязанный ей брак, соблюдает все условности, хотя не хочет этого. После крушения «Титаника» и смерти ее возлюбленного у нее появляются внутренние силы, она уходит из семьи и начинает жить своей жизнью. Человек изменился. Дальше. В драме почти всегда есть антигерой. Это тот, кто воплощает вторую сторону конфликта, потому что конфликт должен состояться между двумя сторонами. Это некоторым образом противник героя. Какие основные правила создания антигероя? Антигерой должен контрастировать герою, их цели, о которых мы говорили, должны быть несовместимы и создавать конфликт. Здесь я приведу пример из мультфильма «Миядзаки. Унесенные призраками». Например, девочка Тихиро хочет вернуть родителей и вернуться домой. Колдунья Юбаба хочет оставить родителей и Тихиро у себя. Эти цели совершенно несовместимы. Тут нельзя прийти к компромиссу, особенно если герой не изменится. Поэтому этот конфликт держит всю историю, держит наш интерес на всем ее протяжении. Антигерой должен быть сильным и интересным. Если это какой-то, не знаю, унылый слабак, то интерес сразу теряется. А также мы этим компрометируем нашего героя, то есть у сильного героя и враг сильный. Маленькой девочке Тихиро противостоит очень сильная колдунья. Что нам это говорит? Это нам говорит, что девочка Тихиро ого-го и большая молодец, и она сможет. И она, собственно, может. Антигерой не должен быть намазан сплошной черной краской. Это, что является частой ошибкой. Та же Юбаба у Миядзаки – яркая личность. Она обаятельна при всей своей злобности. Она любит своего сына. Интересная черта, которая сразу делает ее некоторым образом человечной. То есть, если мы возьмем Гарри Поттера, то сначала мы видим антигероя Волдеморта абсолютно канонного, такого картонного черного злодея. Но с развитием сюжета к последним книгам мы начинаем что-то про него узнавать, и несмотря на то, что он продолжает оставаться антигероем, но он не может не вызывать, например, уважения к своему таланту или жалости за свое сиротское детство. Далее идет создание второстепенных персонажей. В целом эти блоки — это в основном друзья, враги, наставники или подопечные главного героя. И смысл их наличия в том, что они должны двигать сюжет. Если с их помощью не двигается конфликт и не возникает новые перипетии, значит, скорее всего, этот персонаж не нужен. То есть Ромео и Джульетта. Друг Ромео Меркуцио сначала приводит его на бал и создает этим возможность конфликта. Потом друг Ромео Меркуцио усугубляет конфликт, убив брата Джульетты Тибальдо. Эти перипетии дают больше насыщенности.
Дальше существуют персонажи-эпизодники. Это фактически служебные персонажи, возникающие просто, чтобы помочь или помешать главному герою или сообщить ему эту информацию. Их лучше всего строить на некоторой одной яркой черте, парадоксально утрированной, которая будет запоминаться и не углубляться ни в какие детали. Для того, чтобы работать с персонажами, можно работать с разными системами архетипов. Их, так же, как и сюжетных систем, довольно много, их легко найти. Ну, например, иногда используют систему характеров, основанную на типажах греческого пантеона богов. Есть театральные системы амплуа, которые меняются с годами. Это все там можно поискать подробнее. Вопрос в финале этого блока я сформулирую так. Какой должен быть герой, чтобы моя история была интересной? Найти хотя бы несколько его черт и понять про него что-нибудь важное. Там, кто он, какая у него профессия, там, если это человек, например. Что в нем самое главное, что в его характере самое интересное, что в нем цепляет. Дальше я расскажу о структуре, потому что драма любая — это очень жесткая структура, живущая по своим законам. Это не просто рассказ истории, как придет в голову. Структуру драматургического произведения могут делить по-разному, но в основном, но в среднем говорят, что она трехчастна. В ней есть завязочная часть, средняя часть и кульминационная. Это, по сути, нарастание конфликта. В завязочной части этот конфликт представляется зрителям и обрастает некоторыми подробностями. Зритель начинает интересоваться происходящим. В средней части идет развитие этого конфликта, добавляются перипетии, конфликт катится вверх. Кульминационная часть — это, собственно, дохождение конфликта до высшей точки и его разрешение. Сейчас я перечислю, собственно, основные точки этой структуры и приведу к ним примеры из первой книги, ну, или фильма, в данном случае не очень важно, структура везде одинаковая, о Гарри Поттере, то есть Гарри Поттер и философский камень. Экспозиция. Экспозиция — это представление ситуации героя. Там еще может не быть конфликта пока, или он может быть только в зародыше. Важно понять, кто эти люди. Экспозиция. Гарри Поттер живет у Дурслей. Маленький, хороший парень, которого угнетают злые родственники. Ага, расстановка сил понятна, говорит себе читатель. Дальше. Завязка. Это момент начала конфликта. Приходит письмо из Хогвартса, появляется Хагрид, Гарри Поттер приезжает в Хогвартс. Завязываются основные конфликты. Гарри не любит его семья. При этом он не такой, как они. Маги не такие, как маглы. В Хогвартсе происходит что-то странное, и внутри Хогвартса тоже есть конфликты, например, Гриффиндора и Слизерина. Это такие вот это завязки нескольких конфликтов, которые будут потом развиваться. Собственно, следующая часть развития, она самая длинная и в основном вообще-то занимает собой основное тело произведения. Это перипетии, нагнетающие конфликт. В нашем случае это школьные конфликты Гарри, его дружба и тоже конфликты с друзьями и обретение гармонии. Гарри и друзья узнают о философском камне, начинают его искать и хотеть спасти. Ставки все повышаются, повышаются, повышаются. И так мы переходим к следующему этапу, к кульминации. Это высшая точка конфликта. В нашем случае это все прохождение квеста до философского камня Гарри и его друзей и его финальная встреча с Квирреллом. Мы находимся на самой высшей точке интереса. Вот, наконец-то, мы пришли к тому моменту, когда надо все решить. Развязка, разрешение конфликта. Гарри вступает в борьбу, получает камень, Волдеморт исчезает. Финал. В финале следует подведение всех итогов. Гарри очнулся, он жив, общается с Дамблдором и обсуждает ситуацию, разговаривает с друзьями, и Гриффиндор выигрывает кубок школы. Все линии завершаются. Вопросом или задачей для этого блока будет попробуйте придумать экспозицию или завязку, как вам будет интереснее, для вашего конфликта.
Несколько слов я скажу о таких отдельных понятиях фильма или сценария, как сцена и эпизод. Важно их различать. Сцена — это часть фильма, в которой едино место, время и действие. То есть это происходит на одной территории, с одними и теми же людьми в одно и то же время. Это самое, это минимальный, скажем так, бит драматургии. Эпизод — это ряд сцен, которые имеют общее действие и, скажем так, драматически завершены. Эпизод определяется потому, что он дает новый смысл в развитии истории. Важно понимать, что и сцена, и эпизод, так же, как и все произведение, имеют некоторые опорные драматические точки, собственно, такие же, как и весь сценарий. То есть завязка, развитие, кульминация и развязка есть в каждой сцене. «Гарри Поттер и философский камень». Сцена в начале в зоопарке, где Гарри и Дурсли в зоопарке. Завязка сцены. Дадли Дурсль хочет разбудить удава. Развитие. Гарри разговаривает с удавом. Кульминация. Гарри выпускает удава. Развязка. Гарри оказывается заперт в террариуме удава. То есть, видите, на мини-уровне это работает точно так же, как и на макро. Вопросом здесь и задачей будет найти опорные точки сцены, еще раз их и их заострить в вашей экспозиции или завязке, которую мы придумывали на предыдущем этапе. И последнее, о чем я расскажу в этом семинаре, это несколько слов о жанрах. Что такое, собственно, жанр вообще? Жанр — это угол зрения на изображаемые события. Одну историю и ту же можно рассказать на один материал, можно рассказать об очень разном. То есть, например, о гибели Титаника можно сделать мелодраму, и мы все знаем этот фильм, это очень яркая мелодрама. Можно об этом сделать, не знаю, социальную драму, можно снять об этом детектив, привнеся туда еще какой-то сюжет, можно снять об этом триллер, и можно теоретически даже комедию. В принципе, довольно легко это представить. Поэтому здесь очень важно опять вернуться к первому нашему этапу идеи, и когда мы прикидываем себе сюжет, подумать, в рамках какого жанра этот сюжет лежит, какой именно жанр подходит больше всего. Это легче всего делать через понимание эмоций, которые нам вам нужно вызвать. Собственно, все жанры основаны на самом деле на трех базовых эмоциях. На эмоции страха — это триллер, фильм ужасов, детектив и тому подобное. Эмоция смеха — все варианты комедии. И эмоция жалости — это мелодрама, иногда сюда примыкает драма. Про драму скажу чуть-чуть отдельно. Драма — это такое чуть-чуть стоящее в стороне понятие, потому что драма бывает очень разная, и это, скажем так, производная от смеси страха и жалости, потому что это производная от античной трагедии, если смотреть исторически. Но при этом страх в драме — это, скажем так, не примитивная эмоция ужаса, а скорее некоторый трепет перед жизнью и величественностью судьбы. Драма может быть социальная, психологическая, романтическая и так далее. Тут тоже важно понимать, что именно вам нужно для воплощения этой идеи. Опять же, нужно помнить, что смешение жанров — это сейчас очень частое явление и довольно классическое. То есть чистых жанров практически не бывает. Можно посмотреть на всяческие известные примеры и, например, увидеть, что детектив очень хорошо дружит с мелодрамой. Также детектив может хорошо дружить с комедией. А вот, например, там фильм ужасов с комедией дружит уже гораздо хуже, но при этом это тоже можно сделать. Это уже более тонкие вещи, но их тоже нужно иметь в виду. Вот, собственно, вопрос этого уровня — это подумать о том, какая, что самое главное, почему эмоция для вашей идеи самая важная, самая специфическая, самая интересная, и как вы будете ее разрабатывать, скажем так, в жанр. В основном, вкратце, это все. Я буду ждать, если есть у кого-то вопросы.
Вот, пока не вижу, но подожду. Хорошо, вопросов нет. Тогда большое всем спасибо за внимание. Удачной работы!